Копы. Уходим, тихо. Вали. Гони. Сейчас ЗВ даст, гони. Блять, сука тупая. О, стреляет! Попал. Всем здорово, пацаны, с вами Джеймс, и со мной Карло. Всем привет. Это Diamond Trillion, короче, вот это мой номер отеля. Сегодня вот купил, типа вот так он выглядит. Короче, нормально, на первое время пойдет. Сейчас мы отправимся за покупкой корыта. Сейчас подожди, подъеду. Давай. Сейчас починюсь. Так, этаж один. Я еще в розыске прям конкретно, у меня там... У тебя тоже, у меня 5 звезд. Не, у меня 3. Давай, короче, сейчас купим тачку и мусора. Да, я еду сейчас. Ой-ой, я уже вижу ментов. Да, ну вот я... А, вот тут возле этого. Там тачка, да, стояла. Я близко. Сейчас, короче, едем, покупаем машину тебе. А, сейчас я тебе денег еще дам. Да, так, а ты где вообще? Я близко уже подъезжаю, на дороге. Сейчас. Вот он. Так-то не ты. Я по дороге по главной прям лечу. А, я вижу. Садись. Четко. Короче, мы едем сейчас в автосалон, купим кловера и будем кататься вообще изи. Смотри, сейчас зацени тачки. Давай гонку с тобой. Со мной? Да, я тебя вздрюкну вообще. Окей. Даже без азота, вот это понты галимые, отвечаю. Азот, все дела, типа. Пошли посмотрим, что есть. Пойдем. Так. Нихуя, 90 тысяч. Так, тут за пятнашку должно быть. Тут вообще тачки дешевые. Хастлер. Блять! Четкая тачка в натуре, Хастлер. Сколько стоит? 20 штук. Но она типа медленная. Вот. А, как. Прицел. Кловер 15. Четко. Да, Буканьер тоже. Четкая маджестик охуенная. Че тут? Гринвуд. Типа так себе не очень. Пум-пум. Океаник. Тоже нормальная тачка. Сталион. 25, Бобкат 36, пони, блять, фургончик. Да он медленно переворачивается. Выйдите, еще передам 5000. Сейчас. Манана, прикинь, что-то 40 штук вроде или 30. Да. Так еще, сколько у тебя сейчас? 12. Сейчас еще передам. Жди. Гупа, у нас, короче, сейчас ограбление, типа, знаешь. Заправку будем грабить. А, да, ты ж байкер. Ну, я не пойду. А как это попасть туда? Я смотрел серию. А, просто набор проходит, да? Ну. Ты приходишь туда, тебя там это проверяют скиллы, потом что-то лицензии вроде. И потом что-то вроде говорят, блять, мы тачку гнали. Короче, потом взнос 3000 им даешь, и все. И они не понимают. Ну, четко. Блин, тачку угнали, сука, твари. Такая моя, ладно. Где появится? Там, у отеля. Бля. Да что, сейчас доедем? Кстати, еще, подожди, полминуты. Сейчас арендую что-нибудь и доедем. А какой левел надо, чтобы поступить в байкер? Третий или четвертый. Да там нихер делать этих байкеров, я туда вообще не хожу. Не, ну там четко я... Ой. Ну так. Я бы не сказал, что четко. Я был уже на 8-м ранке в грув, но я уволился. А, да, я смотрел. Не, я не снимал там. Но я видел в банде серии. Да. Но меня вчера приняли в грув. Я пошел нахер с ним. Блин, тварь, а? Кловер. Блять, а можно как-то цвет менять? Цвет, да, там вроде при выборе можно цвет брать. Да, при выборе можно брать цвет. Случай, я сейчас, блять, подыщу какой-нибудь чёт. Ну, посмотри что-нибудь. Ладно, пусть будет так. А, вот, да. О, арендовал тачку. Пил? Так, чёрный, да. Сейчас боевой корч ждёт, садись. Попробуй запрыгнуть на эту, в корыто. Давай. Тебя не кикнет, да? О, изи. Нет, честно. Херня. Ага, понятно, садись. Анти вот эта фигня. Да, я понял. Че, выехали к отелю, зацелим мое корыто. Мусора. Да, вау!
Чувак, как круто, слушай, с отражениями вообще просто. Да, я вообще без музыки. Вечером вообще красиво смотрится. Этот, что я хотел? Типа, поедем, у тебя есть стволы? Дома есть. А ты можешь сейчас взять, поедем копов гонять? Ну, я как бы передать тебе не смогу, а взять смогу. Не, мне не надо. Типа, ну, в принципе, да, смогу, мне, смогу. Конечно, надо, но типа я могу и без ствола быть, если я буду водителем. У тебя нет лицензии. И где моя парковка? Вот парковка. Вот она, черная. Смотри, какая тачка. Опа, уже кто-то пришел. Чё за бред? Это не моя тачка. А вот дальше моя. А, вот она. Эпик прям такой. Он лок, да? Да, просто лок. А, просто лок. Тынь. И всегда закрывай тачку, всегда просто, потому что тебя угонят, я могу. И знаешь, что еще? Глуши движку, когда, допустим, стоишь просто, или ждешь кого-то, или выходишь. Просто двигай, потому что бензин стоит дорого, и он очень быстро тратится. Я понял. Так, ну вообще, смотри, четко, я себе такой водитель. Рэпчик. Блядь, что за фигня, кипиш, блядь. Поехали в гетто за дорогой. В гетто или... А, в дом? Да. О, поехали, кстати, да, посмотрим, где твой дом. Там в гетто. Гетто. Да. Кстати, ну, я сдаю комнату еще за 1000 в сутки. А ты сам выставляешь цены? Да. Так а нахера мне отель, если я могу у тебя... Не-не-не, кто живет в таких домах, они не могут покупать тачки. А допустим, если у меня уже есть тачка? Нет, ты не можешь тогда снимать. Так, стой, ты где? А, вот. А, блядь, да, здесь. Вот. Только вот арендуют комнаты те, у кого вообще нету жилья, либо у тех, у кого есть гаражи. А гараж? Вот. Где он? Ну, гараж, если у тебя, допустим, дома нет, да вообще ничего нет, ты можешь купить гараж и туда ставить тачку. Ого, а потом спавниться и бежать в гараж и забрать машину. Прикольно. Сейчас объясню, что. О, у нас началось ограбление, но я не поеду. Блять, ну вот в натуре это интересно, я бы, блядь, побывал на этих ограблениях. Столько уже, блядь, не ебашил в этот сам, столько всего бы выходил. Ну, левел качать тебе надо. Ну, это понятно. А, да, точно, вот твой дом. Да. Булка. Только поехали на одной тачке, на моей, типа. Пушку взять-то надо. Ну да, но поехали на моей тачке. Да. Все, я открыл. Ой, да, даже сейчас я выйду, открою дверь. Типа, вот по сути, это половина тачки, большая половина тачки твоя. Вон, все, я открыл. Не знаю, видно тебе будет или нет, но дверь открыта. Нет, скорее всего, не видно. Я если выйду из интерьера. Посмотрим. Завтра выборы президента будут. Открыто? Нет, дверь закрыта. Ну ладно, пофиг, закрыта, я сяду за. Да. Едь прямо сейчас, короче, прямо едь. Поехали где-то это... Похаваем или что? Да, я тебе говорю, прямо здесь. Сейчас направо. Вот тут? И опять, да, вон, видишь? Клакин Белл. Угу. Блять, немного подлаги. Только не забывай глушить мотор. Заглушил? Ага. Все, бомжик и понч. Ха. Опасные бандиты, блять. Так, сейчас. Хап-хап. Фигня. Заходи. Прописывай команду Heal Up. Полечишься. А, хотя зачем? Мы же похаваем, блин, что это потом. А типа, когда хаваешь, пополняется хп? Да. Пропиши там яд или что-нибудь такое. Точно. О, вообще что, выпил воду. А смотри, если здесь еще хаваешь мало, да, вот? То ты можешь заболеть и придется в больнице лежать, тебе будут уколы там ставить. А, ну это когда-то я помню было. Тух. А, тут, кстати, есть вот этот вот баг. Какой? Типа, если ты хаваешь. Бля, что было открыто? Да. Пиздец. Что, открывай. Короче, когда хаваешь, типа, если тебе. Если ты спешишь, просто в чат что-нибудь пишешь, типа можешь. Да. Че, едем в департамент? Да. Ну можно маски одеть вообще как бы. Маски, а нас видно на карте? Да, конечно, так-то видно. Как в масках нет. Ну поехали. Где ее? 24/7. Да, в гетто заправка, да.
Знаешь, где это? Да. Окей. Так, сейчас поедем вообще. Ты сколько брал патронов? Я взял 32. Да это достаточно будет. Игрок Керсон вышел при аресте, был отправлен в тюрьму. Короче, если сейчас тебя хотят посадить, да, а ты выходишь, то тебе плюс 30 минут вроде добавляется. Ну, как на Афе. Только это, если ты в наручниках или если рядом просто коп? Ну, вроде как бы так, да. Вот, да. 300 баксов стоит. Маска? Да. Но она не как не наквет, допустим, там ее одеваешь, она всего на 4 минуты, а здесь она навсегда, пока не выйдешь с сервера. А если умер? Ну только тогда спадает. Ебать его. Пиздец. Маленький бандит, блядь. Сыкару. Жестко, жестко. Маска off. А вот если я снял маску, я ее могу потом одеть? Нет. Блядь, хуево. Да. Все. Бандюги, блядь. Поехали. Чувак. Блядь. Фу. Блядь, вот мне бы еще бы сейчас бы ствол и вообще было бы. Тебе до лицензии купить, она 30 тысяч стоит. Ну ладно, это, короче, уже потом со временем. Так. Так, оффаем, короче, чат, что даже если копы что-то будут писать. Мы аутисты, нам похер. Блять, смотри, ну возле. Ну типа нам пофиг на копы. Лагает, да? Да, пиздец. Вон мне смотри, у Мэри, вон смотри. Мэри. Ага. Бегает, типа. Так, она еще. Ну да. Вон он бегает. Да. Блять, сука, Лима. Тише, тише, тише. Вон он, видишь, вон он бегает. Да, да, это тёлка какая-то. Блять. Че будем валить? Смотри, она неадекватная, блять. Она пойдем вон она к участку вроде бежит. Да, погнали. А там тоже вон менты в подвале есть. Да, ну ты. Ох, лагаешь ты, бляха, муха. Ну, блядь, везли мэрии пиздец. Ого! Вон еще, вон смотри еще. Тут вообще никого нет, смотри. Вон мент сзади, вон. О, вот он бежит. Че делать будем с ним? Сука. У тебя открыта тачка? Открой тачку. Да, открыл. Че ты за руль? Нет, ты сиди за рулем, я буду садиться за руль. Я когда я за руль? Нет, я сяду, мысленно пассажирская. Тогда давай, короче, я пошел в по твоим инвентарям, постреляю. Ты стой ближе ко мне, подъедь. Поближе чуть-чуть. Чтобы я успел к тебе сесть. Видишь там мент? Да. Сейчас я буду мочить. Ты, короче, готов меня забирать, сразу приготовься. Так. Где она? А, ой, вон бежит, я вижу. Так, ой, сейчас я. Так что уже сразу гони, понял потом? Давай. Окей. Блин, что ты там бегает, я не понимаю. Вот я вот на парковке. Ага, вижу. Бля! Прикинь, мута! Вообще. Копы. Уходим, тихо. Вали. Гони. Сейчас ЗВ даст, гони. Блять, сука тупая. Ох, стреляет! Рубал. Касаясь. Ну а смазка ну, нормально. Блять, ЗВ сейчас даст, тварь. Она что, спалила и? Ну, по-любому спалила. Блядь, поехали, как поехали. Оно лагает, пиздец. Да я заметил уже. Поехали где, просто где-то посты, патрулишь, есть. Поехали. Ай, бля, ой, бля. Жестко. Смотри, это рифа. Все, да? А как будто мент, да, вот? Ну типа, очень похож. Не совсем. Ну не совсем, но похоже. Слышишь, внимание, выдаешь слов. Блядь. Давай какие-то наборы, типа, понял, срывать такое. Да. Наборы, ну где наборы-то проходят у нас? Или поехали вообще просто к кому-нибудь, блядь, доебемся. Скучно. Ну погнали давай. Кому? Вот, да коп. О, в натуре, точно. Тихо. Он, походу, АФК. Или... Да, АФК. А, нет, не АФК. Стой, тормози. Остановись. Стой, не спускайся, главное, вниз. Что за херня происходит? Это врач. Нас преследует. Пусть.
Во-во-во, он выезжает, Тихо. Ты, блядь, ты только аккуратней, чтоб я сел потом. Ой, ты готов. Тихо, я буду сейчас по нему шмалять. Вон он поехал. Блядь, мразь. Бля, прикинь, мудак. Улетел. Мудак. Сука. Тупорылый, блядь. А он офнул. А нет, не офнул. Нет, офнул совсем. Ну ты, сука, кретины, блядь. Пум. Это что за бомж? Откуда он здесь? Не знаю. Что? Так, вон коп. О, давай, давай. Ты выйдешь? Давай, чувак. Йо, он улетел вниз, коп под водой. Тихо, стой, смотри. Сейчас буду шмалять по нему. Бля, сука. Видели, блядь. Давай, поехали. Спускайся вниз. Сейчас. Ну, гони, да, гони. Найди. Гони, не спускайся вниз. Не спускайся. Я спущусь, сейчас будет все нормально. Смотри. Зови сейчас медас. Дави его нахер. Бля, это, блядь, сам. Ты чё, блядь? Ууу, они, чувак. Нам хана, нам просто хана. Не-не-не-не-не-не. Да-да-да-да, нам хана, гони. Говорил, зачем? Идём. Сука. Блядь, бомжи нападают. О май гад. Чё, просто беги. Не-не-не-не-не-не. Только, блядь, пожалуйста, нахуй не убей меня, мусор голимый, именно, блядь. Петляй. Бум. Так вот, из стороны в сторону. Ты живой? Да. Живи, я не подключу его сюда. А, так он офнулся, его нету. Тварь. Сука, взорвал тачку. Блядь, что нам теперь делать? Я хрен его знает. Бежать? Машина, наверное. А у тебя вылезла такая фигня, типа, ваш транспорт сломан, типа, да? Не, в вашей машине необходим ремонт. И сколько стоит? Не знаю. Эркар надо написать. А, проверь. Эркар. 500 баксов. Что, ремонтировать? Ну, как хочешь. Надо, короче, покупать страховку, чтобы это не платить каждый раз, когда машина ломается. Просто покупаешь страховку, и ты уже не будешь платить. Я понял. Да. Так. Ну чё, мы типа доебались к копу, купили тачку, квартиру, маску. Отель. Ну да, отель. Маску купили, блядь. На этом, думаю, можно закончить. Да и тачку просрали еще. Ну да. И копы. Не убили даже копы. Доктор упал в больницу. Блядь, в больницу. В воду упал. Доктор, блядь, в больницу упал. Короче, ну все, на этом, короче, все. С вами был Джеймс. Карло. Карло был, я есть. Я живой. А, ну и Карло, значит, есть. Инвалид. Все, на этом все. Всем удачи, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой мега канал и на Карла канал тоже. Ссылка будет в описании. Всем удачи, всем пока. Всем пока.